Привет, друзья! Вы на канале Код 812. В этот день, в 1814 году, газета «Северная почта» писала: «В минувшую среду празднован был в Петергофе день тезаименитства ея императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны и ея императорского высочества государыни великой княгини Марии Павловны. Съезд был чрезвычайно многолюдный. После божественной литургии приносимо было ее величеству поздравление. За обеденным столом, коему приглашены были знатнейшие обоего пола особы, при питии за здравие ея императорского величества производилась пушечная пальба. В вечеру был самый многолюднейший маскарад, и сады были великолепнейшим образом иллюминированы. В здешней столице в тот вечер была также иллюминация». Об этом газета «Северная почта» рассказывала в 1814 году. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До завтра!